56 исходов. О, одно хп. Доброе начало, как всегда. Звери, одно хп. 6 х 1 кью с у лф. Абаддон, но неправильный. И ларинкс. Так, 0,88 скорость, 3,79 дамаг, 3,09 тирейт. Ну, скорости нету. Привесом. Ну, рейндж нормальный, шот спид нормальный. Еще можно наорать. Охренеть. Три красных. Мне прикольно, конечно, замызило, ну ладно. Как ты доджишь? Это вот Лила Бадона. Лучше ли это? Скорее всего, нет. Красный, окей. Опять мейс. Что мейс рулит. Да ладно, снова пошел в эту же уму. Особо ничего не поменялось. Хоть ты нормальный, ладно. Один плюс. За активку на босса. Ну, что-то чувствовал. Ну-ка. Перед чернобей. Перед оксижен. Жить можно. Пост. Ой, Абадон. Не попадаю. Арр. Маленько наорал. Но не сильно. Поэтому Минстер.
Не, тут я уже пока есть не хочу, спасибо. У меня очень низкая скорость. У меня очень низкая скорость, а будет совсем низкая. Ну ладно. 3 хп уже есть. Надеюсь, этого хватит. Чем у меня ключа нет, кстати, нет на этом руму. Что ж, печально. Я ж не был. Можно орать на камень? Конечно, можно. Только толку нет. ХП там не оказалось. Может быть, золотой ключ? Или будет какой-нибудь ключ на этом этаже? Любой. Хотя бы просто один ключ. Благо мне не намать, да? Тут реально было ноль, да, ключей за два этажа? Просто ноль. Я ж никуда их, по-моему, не тратил. Или тратил, по-моему, никуда их не тратил. Сейчас был бы софлок стрика. Ну, псевдо, софлок стрика. Блядский камень. Я завис. Привет, мишек. В принципе, думаю, это можно брать. Так, погоди. Куда это выгоднее поюзать? Вот, ну ладно. Понадеялся. Экслакс. Возможно, планетария прокнет, да. Возможно. Ноун. У меня хп 4,5, 5,5. Короче, пока хватает. На ближайшее время. Вау, ключ. Все же пришел к нам. Еще ключи. Ну, может быть, 4,5, да. Типа я купил за одно и получил одно хп. Там же дают черное хп. Что я формально считаю, ничего не потерял. Редку нашел, осторожно, гребу. Блин, таблетки бесполезные. Мусор. Офигенный магаз. Еще один. Нет, за 15 это брать уже надо, не собираюсь. Дороговато. Деньги. Что-то активки. Активка гортань. Она орёт. Очень громко. И делает символьно. Тут грибов много, но... Смогу ли я их все поломать на таком заряде? Скорее всего, нет. Правда, еще могу зарядить. Потом, может, сюда вернуться. Чисто поломать грибы. За таблетки. Привет, Ресминс.
Да. У меня будет почти полный заряд на сейчас. После босса. Привет, крыло. Закрыл мать, это вот она. Хорош. Поздравляем с этим. Привет, Хюмин. О, господи. Две закинул огненные. В ряд. Пока. Range up. А, он грибы не ломает? Или типа он только на пол румы работает, а не на всю руму? Может, он не работает на всю руму, а только наполовину? Типа он на большие румы не работает? Потому что я был уверен, что он сейчас тут все поломает. Типа полный заряд же. Забавно. Когда патч? Вы не там это спрашиваете. Пишите одному французскому псу, который нам не дает патчи. Тут нет за патчи ответственных. Привет, Динер. Так, лучше бы я нашел на самом деле скорость. С этим камнем как-то бегается очень уныло. Но было 4,5, я же взял белое хп. Там белое хп дало хелсап. Это же было на том этаже, по-моему. Так что все же было 4,5. Ага. Конечно. Давайте еще скорость уменьшим, ну. Оно мне обосрало сундук один. Блин, тупая активка. Не буду больше ее юзать. Я недоволен. Она странно все ломает. Замагас есть, подожди. Скидка. Бахнем. Так, я вроде не был в этом руме, да? Еще и лост. Господи, ты очень пишешь много глупых вещей, чем каждый день. Стоит призадуматься и не писать чушь каждый день через сообщения. Уже я походу какую-то странную нейросеть, а не человека. Проблемы с попрошайками заряженными, что делать? Жаловаться в чат. Я так обычно делаю. Так особо ничего не сделаешь. Просто фарми их. Когда есть возможность. При любой возможности надо их фармить. Больше там ничего не сделать. И надеяться на чудо. Ну, сан-карт лучше, чем дескарт. Так, там был Charm Tears. Понятно. Ну, я дальше не пойду уже вниз, наверное. Денег
хватает уже, думаю, фармить нечего. Хотя фармить есть чего. Сейчас буду блодбэк за одну тычку. За две. За три? Может быть, за четыре? Блодбэк? Нет? Нет, не будет, ну ладно. Эх. Зато глотку зарядили. Тоже польза. Тоже может пригодиться. Тирдаун не нужен. Тут даже, по-моему, говномос не сделать, потому что... Нет. Его не сделать. Ура. Вот опять марка стоит непонятной стоимости. Ну ладно. Снова брать надо, потому что у меня как раз скорости нет. Опять мне насрали в стоимость сделок. Как всегда. Опять сделки непонятные. Смешно. Смешно. Вот чего я не видел за весь файл ни разу. Опять. В миллионе секреток. На стрике уже второй раз вижу подряд. Ладно, не подряд. Но второй раз за 50 плюс ран. Просто R-кнопка просто валяется нахуй. Без рула, без нихуя. Просто бери и все. Забирай. Бесплатно. Берем, да нахуй, куда нам нужно. Опять не поломало. Что мне с ней делать? Хотя, на самом деле, может и берем. Ран мне не сильно нравится. Могу взять два негатива, причем с R-кнопкой. И один оставить. Чал в магаз, тем более, удобно расположено. Может быть и берем. Я думаю, потеряю не очень много времени. Так, ран становится уже намного лучше. Тем не менее. Ну-ка. Ран стал намного лучше. И хп дали, и дамаг дали. Всего дали понемножку. Аккуратно. Куда ты? Господи, весь. Луч. Бомба вроде есть на R-кнопку. Вопрос, хочу ли столько этажей по новой проходить. Не факт. Жалею о локдауне. Он не делал ничего абсолютно. Типа удача минус 1 и минус 2 это то же самое, что 0. Я ничего не потерял. Принципиально. Опять всадник. Фу. Фу, всадник. Нет, ради тебя я не буду брать кнопку, я просто возьму ее, потому что я хочу ее взять. Так слишком много чести будет. Ради вас брать R-кнопку. Все деньги максимальные. Мне кажется, даже тоже будет, наверное, полезнее будет, чем с Волопенни. Открывать она сразу открыт. Это не анлок. Кнопки. Ну ладно. Здесь я успею до этого. До бусраша. По идее должен. Но она не прям часто попадается. Она только в пуле же секретки есть, поэтому ее найти не так прям легко. Особенно если... Типа не нюхать все секретки на каждом этаже. То шанс еще меньше. Зачем? Потому что один негатив отдам, второй негатив останется. Будет плюс дэмэдж на зверя. Хоть мне фулл карта пока не нужна. Из-за R-кнопки. Что же удобно. Пока.
Вау. Сманеврировал. Невероятно. Бля. Полароид, но сапом отдаст негатив первым, а не полароид. Нет, полароид не особо нужен. Не нужен дэмэдж гарантированный. По-моему, он негатив отдает первым. Если у тебя есть и полароид, и негатив. Я давно не проверял. Нет, два пассажира я не украдал. Таймер не обнуляется. Первого рума. Да, все плохо бы не было, получается. Потому что я же не долбоеб, как некоторые, кто нахуй дропает ран на втором этаже. И начинает час ныть, что ему не дали ключ. Я же не конченый. Я играю в игру. Игра дает шансы иногда. Как-то выйти из жопы. Конечно, не всегда. Но тем не менее, если ты ищешь, то что-то ты можешь найти при этом. Я потом починю. Я хочу этому руму быстро проверить, и все же успеть на бусраж. Я думаю, я успею на бусраж. Время есть. Что зря я фул карту не взял. Сейчас проще было бы фармить. Можно было бы не париться о времени. А, мух. Почини? Нет. А вот и не буду чинить. Так, берем негатив, берем бусраж. Здесь будет не Крампус. С Крампусом могу не успеть на бусраж. Сейчас попаду на Крампуса. Куда мать, я нихера не быстро, по-моему, прохожу. Я так смотрю. Ну, вроде нормально. Вроде снова успею. Фуф! Окей. Ну, мы начали новый ран, считай, на 2 хп с боевым ножом. Нормально. Нож на бусраше, это раз в год происходит в этой игре. Или раз в 3 года. И нож откуда? Кстати, мог хелсдаун быть, наверное, мог быть на 2 хп. Опасно. Сейчас с хп надо бы поаккуратнее. У меня билд-то есть, но... 2 хп. Ну, теперь можно починить. Теперь можно и починить. Вроде даже починил. Блять. Страшный босс. Ну и даже телепорт не нужен. Телепорт уже есть на руках. Тоже хорошо. Так, у меня 4-5 вольт есть. Но нет пока нормальной активки под него, наверное. Можно конжоинт собрать, который нахер не нужен здесь. А. Окей. Нет телепорта. Проехали. Я же могу быть снова, да, на ангелах? Это ж типа псевдо-новый ран. Хоть и псевдо. Идем, пойдем на ангелов сейчас. Пойдем, хер нет. Ну да, ты можешь убить цель рана и потом идти куда угодно. Только нахуя это делать? Это пустая трата времени. Я так только бывает хожу типа на дивре или там на мега стену, но это по сути бессмысленно.
Блин. Ладно, мне кажется, это уже того не стоит. Все равно мне уже дым уже хватает. Оно будет давать там меньше и меньше с каждым юзом. После беста будет катсцена. Ну, после беста и... Да. Там можно поломать только через сейвинг квит. А сейвинг квит делать нельзя, поэтому... Поэтому да. Ну там можно поломать катсцену. И после мегасцена без войда. Мы все не так давно выяснили. Муха сильная. Муха справилась. А в этом уровне были? А мне не похуй с таким билдом. О, похуй абсолютно, где мы были или не были. Это не B1. Это был босс раш. Просто я нажал R-кнопку до пикап анимации. Поэтому как будто на босс раш, вернее, как будто на первом этаже. Тихо. Дайте. Орбиталки на ласте. Орбиталки даже не на ласте в этой игре. Смысла имеет мало. Ими очень сложно пользоваться. И смысла мало, потому что они очень слабые. Орбиталки сильно испортили. Ну, кроме там, не знаю, даггера, наверное. Типа даггер еще более-менее. Даггером есть смысл пользоваться. Если в себе уверен. Типа все остальное было бесполезно. Это тупо теперь защита от слез в основном. Там батарейки есть. Монашку далекие. Окей. Протер бомбы нету на... А, на ангела. Где он будет? Нет, есть. Наебал. Привет, Санек. Привет, Нордеус. Брим нож. Хелсап. Так, надо помнить, что мне нужен... Не, на самом деле я могу забить на телепорт, тогда дам просто негатив. Я же хотел взять два негатива, правильно, чтобы один остался. Так что, все же желательно бомбы иметь, надо без два одну, хотя бы. Все же думаю, это было бы желательно. Чтоб от плана уже не отказываться. Поставленного. Это кто? Теперь это можно есть, по-моему. По-моему, на бремнож это вообще не влияет, да? Ну, типа, на атаку, которая спамит ножи. Это влияет на атаку обычную. Это типа нож пытаешься хуярить, а он тут нахер не нужен. Тут, блядь, атака только одна нужна. Спам ножей. Этого хватает. Я ничего не теряю. Вообще. Окей. Уф. Чуть не наступил. Меня обманули. Обманщики. А, копьем убил лича. Бывает. Копьем тоже люблю играть по возможности. Тоже опасный айтем на ластам. Да, мы нажимали кнопку здесь. Показалось, что это будет выгодно. В принципе, это реально казалось выгодно. Потому что я думаю, я бы не взял бы не Брим. Ладно, Брим уже взял бы, но нож... Ну, хотя ладно, я бы и нож бы так взял. Очевидно. Если он был бы Брим ношенный, но было бы 2 хп всего, правда, при этом. 2 хп это мало. Не знаю. Я бы не взял лицеблок, наверное.
скорее правильный ответ. Брим-то я все равно бы взял. Телепорта? Ну, телепорт у меня был бы на бустраж, в смысле. Как бы я пошел на звери без телепорта, алло. Я его не брал, потому что у меня была R-кнопка, поэтому я забил хер. Как бы я пошел на зверя без фулл-карты. Фулл-карта была там по дороге, просто мне было лень ее брать. Потому что я уже знал, что я нажму R-кнопку. Там все нормально было бы. Так что это вообще не аргумент. У меня было бы то же самое, минус ластиблот и минус куча хп. Было бы мало. Все отличия. Так что по факту я ничего особо не нашел. Сделок вообще не вижу на этом ранее. Нашел кошку, которая мне тоже нахер тут вроде не уперлась. Мне так все нормально. Сейчас, может, кто-то ангел будет, возможно. И то не факт. То есть мы просто потеряли минут 9 на этих путешествиях и нашли пока очень мало чего прям реально нужного. Ну это было ожидаемо, я говорю, R-кнопка по сути это мусор на айтеме. Он только-только нужен на анлоке в основном. От него пользы реально очень мало, в основном. Прям очень мало. Ладно, мне кажется, я пойду на это. Только не здесь. Я на сделки нажму, наверное. Ну уже плевать. Так хоть смешнее будет, если прокнет. Нет, ангел будет точно. Ангел гарантирован. Привет, Кузя. А, майнд. Ладно. Значит, ключи диплем. Ну или нихуя не диплем, тоже вариант. Так тоже можно было. Так, теперь мне нужна фулл карта. Обожаю эту руму. Гениальная рума. Зачем я беру блайнды? Тут вопрос хороший. Так, я могу сразу открыть, чтобы, кстати, не ебать мозги. Теперь мне точно будет бесплатный негатив. Ну, кстати, там есть планетарий. Причем под блайндом, что самое смешное. Ну шо, пацаны, Марс? Тоже неплохо. Тоже смешно айтем. Но не Марс. Но телепорты будут. И так не хочу идти обратно искать у карту. Куда придется. Я не думаю, что она прям перед боссом будет. Ну да. Телепорт. Нет. Эх. Лоу. Мешок. Ноль пятьдесят восемь. Ух. У меня брим-нож, поэтому так ножи работают. Нет, Юпитер еще дает два контейнера красных. Но в основном он пердит, да. Основная его идея, что он пердит. Это основной смысл. Но она же меня, Юпитер, спасал от смерти, помню. Давным-давно. Как раз не было хп, и мне хп было в тему. От Юпитера. Так что бывает и неплохо. Привет, Дундон. Нет, таймер не забрасывается. Это было бы слишком легко. Типа еще и таймер сбрасывался. Это было бы совсем глупо.
Кстати, Крукет Пенни работает на записку? Наверное, нет. Я думаю, там есть защита от дурака, наверное. Потому что будет софлок иначе. Ты в этой руме типа останешься. Если он сработает, в смысле, не на удвоение прокнет. Йоло! Найс. Я ж Юпитер озвучил. Какой мусор. Не, ну если два раза пробежишь, то да. Но это довольно сложно сделать. Все же пройти 6 этажей два раза за 20 минут, это не так легко. Ему нужен очень хороший билд. Лопата, которая открывает проход с лестницей на декорации, имеет лимит на количество проходов на этаж комнат. В смысле, она одна на этаж, она всегда одна. У тебя не может быть двух лестниц на одном этаже. Там одна и та же рума будет. Даже если ты откроешь две такие лестницы. Это сидит по этажу. Карту бы какую-нибудь веселую. Нету карты. Там была Краун, что? Где? Какие уловка должен сегодня. Видимо, из-за скорости низкой. А, полотенка. Да и хрен. В этом билде вообще ничего не надо уже. Типа, вообще ничего. Даже демора столько не надо, чтобы пройти игру. С брим ножом. Глядюк. Вау, ешь. Мы его снова нашли. Сейчас взялим. Поиска шокирован. Опять же плевать. А, красивая анимация. Прям на входе в комнату. Видос их много. Скипаем. Это долго проходить. Не, вообще да. Лопатой, по-моему, ты не можешь открыть две румы с подвалом. Ну, типа, даже если ты их откроешь, они тебе ничего типа не дадут. Там будет одно и то же. Типа, в этом нет смысла никакого, в любом случае. Поэтому да. Типа хоть 5 открой этих подвалов, там все равно будет одна и та же рума каждый раз. На одном и том же этаже. Какие у тебя слезы быстрые. Страшно. Или это просто я такой медленный? Окей, я очень медленный. Сейчас догму ускорит, благо. Люблю догму, она дает 1-1 скорость всегда. Хотя она меньше вдруг. Удобно. И типа 1-1 скорости хватает всегда. На зверя. Во, все. Свобода. Бронявое чучело. Все, он сейчас быстро, по-моему, распилится. Ты уже? Да, уже. Все. Найс.
Копейку не дали. Сработал диплопиан эффект. А, у меня же 4-5 вольт. Ладно. Очень-очень полезно. Польза неописуемая. Как раз активку нашли нужную. Лутать копейки можно. Ну, и дали копейку. Вроде был звук. Чем по итогу довольно ран быстро, типа 40 минут с 40 кнопкой. Нормально. Так, ну мы по идее не доходим до первой атаки. Наверное. Нет, доходим, сука. Ну почти дошли. Ладно, но он не успел ничего сделать. Вот такой один хп-стар. Веселый получился ран. 56.